Ну, следующая ниша, следующая идея, это, конечно же, отделы продаж. Вот огромное количество роликов есть, каких-то каналов есть, но там люди условно в каждом ролике продают. Вы просто делаете интересный и полезный контент для отдела продаж. Для отдела продаж, допустим, интернет-магазина, небольшого магазина там, да, сам себе отдел продаж. Такие, ну, просто, вот проблема профессионалов, это в том, что они начинают говорить со своими клиентами на птичьем языке. Они начинают зрителям объяснять вот непонятными словами. Они такие, ну, берем скрипт, этот скрипт помогает нам повысить конверсию, потому что колл-трекинг у нас такой, что CTR будет большой. И вы такие, да, что-то там понятно, непонятно. А лучше всего делать вот условно примеры отделов продаж. Вот вы же желаете в том, что есть продавцы, которые от Бога, они действительно умеют продавать и они делают кассу. А есть те, кто приходит, вы приходите к ним в магазин, они смотрят на вас и такие, ну что ты приперся? Что дома не сидится, да, то есть вы должны жизненно создавать такие ситуации, чтобы магазины хотели пригласить вас как эксперта, такой вот тайный покупатель, это очень и очень востребовано, чтобы вы могли проверять какие-то отделы продаж там, да, и давать обратную связь. Это сейчас в тренде. Почему? Потому что в интернет пришло очень много предпринимателей, и они хотят контролировать своих сотрудников, но вот чтобы сотрудники об этом не знали, обучать и контролировать.